Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Приобрел я три маточки искусственного семенения. Вот паспорта на них. Подсадил я уже их под колпачки. И сейчас расскажу, как я подсиливаю потом эти отводки с маточками. Применять это можно, как бы, ну, не обязательно это, что племенные матки. Просто если подсаживается любая матка, я всегда подсаживаю на минимум расплода, минимум выходящего расплода и минимум пчел. Легче принимают. Большая масса пчел всегда есть проблема. То есть там уже могут быть 50 на 50. Поэтому минимум. И потом, чтобы нарастить к зиме, быстрее, чтобы семья нарастилась, чтобы могла перезимовать, надо ее подсиливать. Поэтому я сейчас покажу, как я буду подсиливать. Ну, подсаживал я вот под такие колпачки, три маточки. Вот на выходящий расплод. Приняли успешно, все нормально. Ну, теперь задача стоит подсилить. Так, сейчас посмотрим одну из маточек. Что, как у них там обстановка. Ну, пчел там, конечно, мало. И если так и оставить, даже подкормка это еще хуже будет, если их просто кормить. Почему? Потому что так в одной семье, я там видел, что напад были такие немножко на прилетке. Вот. Поэтому, если просто их кормить, это не есть хороший вариант. Желательно подставить им рамочку уже от семьи, где нормально они наносили меда. Вот. Если тут пустая какая-то, можно в ту семью перенести. Ну, вот каким-то таким образом. Сейчас мы посмотрим, что тут. Вот легенькая рамочка, я даже вижу, очень легенькая. Но, хорошо, тут выходящий расплод. Еще не вышел. Так вот, мне интересно, маточка засеяла или нет. Сейчас я возьму покрупнее свои вот эти очки. Потому что эти я не вижу. Яйца я не вижу. И очки. Так, ну тут пока засева я не вижу, маточку тоже не вижу. Расплод выходит. Так, яйца пока не вижу. Так, ладно, сейчас посмотрим дальше. Ну, рамочка эта пустая. То есть под засев она хорошая. Расплод выходит, но надо будет добавлять. Ну, сейчас я посмотрю, может здесь есть медовую или медоперговую. Сейчас посмотрим. Так, это тоже пустая рамочка. Так, сейчас смотрим. Матку я пока не вижу. Ну, яйца тоже пока не вижу. Или еще не засела. Ну, одна засела сразу под колпачком, маточка. А вот она, маточка, ходит. Вот с номерочком. Так, номер 76. С обрезанным крылышком. Заглядывает, ходит. Так, ну, мне надо яйца найти. Не вижу я, чтобы она засеяла. А, есть. Немножко яиц увидел тут. Ну, в камеру, конечно, яйца не видно будет. А там пару яиц вижу. Еще пару. Ну, так, редко-редко, да, засеяла. Ну, это пока ее раскормят, пока это стресс пройдет у нее после пересылки. Тут же она сидела несколько дней под колпачком. Пчелы чужие. Ну, главное, чтобы они тихую смену не начали готовить. Так, ну хорошо, эта рамочка, маточка засевает, хорошо, там расплод выходит, значит, что сейчас мы будем делать? Так, а ну тут рамочка, надо, корма у них практически нету, я не вижу у них корма, вот это вообще тоже пустая рамочка, это пустая рамка, тут где-нигде напрыск меда, ну тут тоже, очевидно, был выходящий расплод, вот остатки там. Несколько есть. Значит, что мы делаем? Что мы делаем? Вот эту рамочку мы струшиваем. Так. Она практически пустая. Практически пустая. Так. Дальше. Идем со мной. Ну, я и очки эти уже оставлю здесь. Вот эти. Ну вот, тут напрыск только меда. Тут вообще она пустая. Такая легенькая.
эти пчелы еще не в состоянии себе принести меда. То есть им надо, чтобы был готовый уже. Вот тогда быстрее пойдет развитие. Вот я открыл, тут семья у меня. Маточку я сменил, маточка тут молодая, тоже уже засеяла. Пчел тут достаточно. И вот их как бы немножко ограбить, грубо говоря, уже можно. Вот сюда мы ставим такую рамочку им, маточки для засева. Вот, а от них сейчас мы позабираем. Ну, вот, допустим, вот эту я присмотрел рамочку. Она такая хорошая будет, как... А ну, сейчас посмотрим. Вот. Выходящий расплод здесь. Выходящий расплод. И достаточно меда тут такое сверху, сбоку. То есть такая хорошая. А, и маточка здесь как раз попалась. Вот она, маточка. Маточка F1, это я в этом году ее сменил. Ну, мы ее, чтобы не трусить, я ее сейчас заберу. Вот я ее сюда все, пустил ее туда. Так, а пчел мы сейчас струсим. Так. Очень сильно брызгает мед. Идет поступление липы, и мед очень сильно брызгает. Так, и вот эту рамочку пойдем теперь. Вот эта рамочка будет им и как кормовая, и как выходящий расплод. Тут она отличная. Так вот ставим ее с этой стороны. Вот таким вот образом мы сразу подсиливаем. Так, потом та рамочка, которая, на которой маточка сеет, такая пустая, можно сказать. А маточка перешла, он уже на другую рамку. Ну, она такая легенькая тут рамочка. Маточка засеяла, хорошо. Пусть будет. Так, это тоже вообще легенькая рамочка. Ну, то же самое, выходит расплод, чуть-чуть подсилит. Маточка, он ходит. Все, эту тоже оставляем. И теперь дадим... От них же заберем, от этих пчелок, кормовую, чисто кормовую найдем. И будет она у нас тут как кроющая. Вот таким вот образом. Вот такое сделаем немножко усиление. Сейчас прикроем. Идем там еще. Значит, с этой стороны. Значит, вместо той, которую я забрал, вот одну ставлю. Ну, я ее просто поставлю сейчас на место. Немножко запрополисовали. Тяжело рамку двигать. Так, все, поставили ее. Так, теперь закрываем любую рамочку. Так, и... Поскольку семья здесь растет, идет принос нектара хороший. Ставим вот такую рамочку им на оттяжку. Это им будет в самый раз. Так, и теперь нам надо будет найти кормовую. Вот такие у них то же самое. Вот выходит расплод, и напрыском сразу заносят ячейки, не дают маточке сеять. Поэтому вот эти рамочки, вполне возможно, что в какую-то она засеет. Я так смотрю, что количество их тут достаточное, пчелок, поэтому решил поставить одну, вот я уже поставил, и еще одну, через одну, на оттяжку, две. Молодая маточка хорошо засеяла, и я думаю, что две они оттянут, хорошее поступление нектара идет. Так, эту рамочку ставим. Вот, а теперь наша задача у них... забрать одну рамочку, вот это может быть кормовая. А мы сейчас посмотрим. О, хороший тут и запечатанный есть, и открытый, и перга, и тут немножко даже и расплода есть. Я думаю, что вот это как кроющая, там им будет отлично. Хорошо, струшиваем ее. То же самое брызгает. И вот
брызгает. Хорошее поступление идет. Отлично сейчас. Идет взяток. Ну что, приходится такую работу делать. Это дело в том, что пасека, так скажем, не на мед работает, а работает на маточек. Поэтому вот такую работу приходится делать. Так, ну и ставим. Вот она будет теперь как кроющая. Эта рамочка. Вот. И уже не придется им тратить лишние усилия для того, чтобы раздобыть мед на эти две рамочки, на которых будет выводиться расплод. Ну, вот таким вот образом. То, что я сейчас сегодня хотел в этом видео показать, о том, как усилить теперь отводки, которые с молодыми маточками, и нарастить их, быстрее нарастить до зимы. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока!